Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G Pure. И сейчас мы разберемся, как записать экран на нашем телефоне. Итак, для начала смахиваем шторку вниз дважды и ищем вот начать видео или записать видео с экрана. Нажимаем начать, начать. Пошел отсчет. Здесь на стрелочку нажав, можно поставить на паузу. Можно что-то нарисовать. Можно включить доступ к микрофону, либо звуку системы, либо и к тому, и к тому. Также можно сделать, включить селфи-камеру, либо ее отключить. Можно дальше включить запись. На квадратик красный нажали, сохранили. Потом видео сохранено в папку для записи экрана. И это, очевидно, можно увидеть в уведомлениях. Потом можете пересмотреть спокойно свой видосик. Картинки какие-то появились. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!